Всем привет, с вами Марк. И сегодня будем играть на новой мини-игре на Hypixel. Называется она Arena Brawl или что-то в этом роде. Я уже тут один раз играл. Да, но теперь доступна всем игрокам. Тут еще в Arcade Game какие-то добавят. Давайте попробуем поиграть где-нибудь вот тут. Так, сейчас у нас Rife, по идее, должна начаться арена. Там вроде как бы это означает, что... Я так понял, эта игра типа PvP, тут побежиться надо. То есть видите, у нас тут в команде вот этот вот чел. Мы будем против других двух челов. У нас есть тут же такой вот железный меч, который может стрелять огненными шарами. Тут вот это я не понял там что. Точнее, вот это понял, там просто вот тут мы превращаемся в корову, быстро бежим. Ну, я очень тут не до конца еще понял, что и как. Собственно, вот видите. Вот на нее. Сейчас во-во. Как-то вот так надо делать. Я так и не понял, как. Во-во-во. Вот я говорю про эту корову. Тут надо с ним хп, у них тут по 1000 хп. Каждого надо сносить. Да зачем он меня бьет? Напарник что-то мне вообще не помогает, мне еще лагает сильно. Да сдохни же. Так, у него. Да меня еще убьют, легкую. Что за напарник? Мне даже не хочет помогать. Лучше мне помоги. Я буду типа за ними так наблюдать, но... Так, стреляю в них. А что, нашего напарника убили? А, нет, показалось. Просто показалось, что нашего напарника убили. Что-то я не могу в них выстрелить. Я стреляю, но вроде не наношу им хп. Ладно, зачем на я-то нападать? Да хватит меня стрелять уже. Что ты со мной бежишь, все равно неприятности будет у тебя. Кстати, когда я первый раз играл, ты не лагает сильно. В общем, когда я первый раз играл, у меня мы выиграли. По-моему, я там двух челов убил. Ну, то есть я убил одну команду. Так, мне уже хп нанесли урон, и я проиграл. Хорошо, так, я так понимаю, наблюдатель, да? Угу. Я могу летать, хорошо. Точнее, плохо. Да, это, кстати, сейчас я же говорил, что это пока что на этом, на бета-тестировании, да, это мини-игра, сейчас пойдем поиграем еще где-нибудь. Ну, точнее, здесь же только в другой арене что-то не есть. Так, да, у нас одно убийство всего лишь, а ну ладно. Все, начинаю игра тут, да что такое? Сейчас у нас игра начнется уже, идем. Так, о, привет, какой-то странный скин, кстати, да. Так, у нас тут виперы всякие летают, вот мой напарник. Привет, как дела? Давай я это снимаю. Кстати, он не знает, что мы снимаем. Никто не знает, что я снимаю. Никто. Ни один человек в мире, кроме меня. Давай, чё, давай, там 9, сколько, 8. Давай покажем им, что ли. Всем. Кто мы такие на самом деле? Или как это правильно сказать? Так, вон, начинается. Они начинают на нас нападать, это очень плохо. И мы сразу же нападаем от этого чела, который не может. А он мне попал. Он не попал. Нет, нет, я в него попал. Ну а тебе? Что за напарник это? Что за напарник? Я чисто буду бегать от него все. Нет, нет, ха-ха-ха. Прощай. Меня ты не посадишь, меня ты не посадишь. Кто из них кто? То есть я уже запутался, кто в какой команде. Я уже стреляю, куда попало. Так, по-моему, вот это свой. Да, это свой. Что не там хп, а че он мне наносит урон? Тут же напарник мне помоги или как там, я не знаю. Да что ты за мной бегаешь, что ты ко мне приставаешь? Да, кстати, зачем? Вот, ты видишь, напарник, защити меня. Я убегаю куда-нибудь. Нет, нет, нет. Да что ты ко мне пристал? Что ты ко мне вообще пристал? Ой, не, еще лагает. Что это такое? Нет, 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 нет. Какой-то трус, на самом деле. Но у меня почему-то первый раз получилось намного лучше, чем я сейчас играю. Я еще комп лагает. О, как лагает. Я же говорил, что не лагает. О, молодцы. Вы убили одного? Кто? Тут напарник, помоги мне.
не поможешь. Помоги же мне. О, нет, наоборот. Я ошибся. Это и мы сейчас проиграем. Да, мы проиграли. Так, что мы все проиграли, наша команда. Ладно, ничего страшного. Да, такой отстойный ролик, мне кажется, получился. Да, он, наверное, короткий. Ну ладно. Сейчас войду. Может, что-нибудь еще запишу какую-нибудь другую игру. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новые мини-игры, новые летсплей. В общем, с вами был Мегамарк 04. Всем пока.